Всем привет! Хотел сейчас записать ролик про Nikon D610, но думаю, лучше запишу. Ну что сказать про Nikon D610? Про него, во-первых, уже все сказали до меня. Во-вторых, как бы, ну, если вкратце, это самый бюджетный полный кадр от Nikon. В нем все есть, ему больше ничего не нужно. Только автофокус для видео добавьте, пожалуйста, авто ISO и все. Прям, ну, идеальный, ну, вот фотоаппарат. Для меня вообще самый идеальный фотик сейчас это D750, если бы там был еще автофокус в видео. Ему бы цены бы не было вообще. То есть две карты памяти, отвертка, там очень дешевый сам по себе фотоаппарат. Влагозащита, кстати, рабочая вполне от дождя, по крайней мере. Вот, как бы вот, ну, не вижу с ней никаких проблем. То есть, как бы, очень хорошая скорость у него фокусировки. Очень хороший у него ISO, 24 пикселя, если кому-то это важно. Кропать потом фотки. В общем, как-то так. То в целом, очень хороший фотоаппарат. Но поговорить я хотел о объективах вообще в целом. Мне звонят уже даже подписчики некоторые, не знаю, где они берут мой номер, и спрашивают, какой объектив взять, чтобы было хорошо. Я считаю, что пока ты сам не понимаешь, какой объектив тебе взять, чтобы было хорошо, не бери никакой объектив в принципе. Сначала нужно разобраться, что тебе нужно. Во-первых, если прям руки чешутся, можно взять, пойти в аренду и попробовать. Во-вторых, допустим, у тебя есть 18-55, и ты смотришь просто на то, смотришь на фотку и спрашиваешь себя, что здесь, например, мне не хватает. Если тебе не хватает размытия заднего плана, значит тебе нужно что-то более светосильное, чем твой 18-55 или 18-105 или 18-135 или, не дай бог, 18-200. То есть тебе надо что-то светосильное. Кстати, 18-200 на улице, скорее всего, хорошо размоет, и 18-105 тоже. Вот, но не суть. То есть тебе, наверное, не хватает в помещении чего-то, да? То есть тебе не хватает помещения и света, тебе не нравится, что картинка сильно шумная. То есть на улице в целом перечисленные объективы 18-55, 18-105, 135 и 55-200 и 18-200, по-моему, еще есть. Они будут снимать нормально на улице. То есть светлую погоду, прям все, вот подзорная труба, прям кайф. Вот. Если тебе не нравятся фотки в помещении, купи вспышку в первую очередь. Вот, вспышка решит немножко твои проблемы. На 18-55 я снимал очень долго и снимал коммерцию, и прям хорошо было. Прям вообще проблем не было никаких. Вот, если прям тебе нужно размытие заднего плана, берешь 35-1.8 DX под кроп или 51.8 под full frame, можешь взять полтинник на кроп, это у тебя будет чуть-чуть дальше, чем 35, но ничего страшного, будешь размывать задний план. Если тебе нужно фоткать птичек, там, я не знаю, но опять же, ты упираешься в автофокус своей тушки, то есть, если он успеет на темном объективе сфокусироваться, то есть, там, 55-200, например, или 18-200 объектив взять, успеет ли он на 200 фокусироваться, тоже вопрос. Опять же, в зависимости от того, что тебе нужно снимать. Универсальных объективов нет, ну, прям, нету их вообще. Поэтому и фотоаппараты со сменными объективами идут, потому что подразумевается, что у тебя этих объективов будет несколько. Поэтому, если ты не знаешь, что конкретно нужно тебе, читай больше, пробуй больше, смотри видосы и так далее. То есть, прям, ну вот, точного ответа нету. Что нужно мне сейчас, я не знаю, чтобы зарабатывать, да что угодно. На 18-55 люди зарабатывают, на один полтинник и кроп люди зарабатывают деньги. Да, на что угодно. Если, не, ну, конечно, ты можешь купить сразу 14-24, 24-70, 70-200 и все 2.8 и не париться. То есть, как бы, ну вот вообще. То есть, потратить 300 тысяч на объективы и не париться. Ну, вот это прям вот, вот рекомендую. Берите к покупке, как бы, вот, не проблема. Но такие люди в основном уже знают, что им нужно и что им нужно покупать, когда берут такие объективы. Поэтому нет смысла вот рекомендовать такие вещи, как бы, потому что они, понятно, что топовые вещи, они самые топовые, как бы, без проблем.
Но есть компромиссы, такие как 70, например, 300 у Никона на полный кадр, который тоже телевичок, но темный, но хороший, в принципе. Сторонний производитель очень хорошо себя показывает, наверное, Tamron 70-200 2.8 и новый, и чуть-чуть предыдущей версии там и так далее. То есть, опять же, под свои задачи. Если вам нужно снимать далеко, берите зум, телевик точнее, и как можно светлее, насколько хватает у вас денег. Если нужно снимать портреты, берите фикс-объективы. Если нужно снимать репортаж, берите умеренные ширики, можно зумы и вспышку самое главное. Самое главное это вообще свет, как бы, да? Чем больше света, тем меньше шумов. Как-то так я могу вот объяснить эту ситуацию со всеми объективами и так далее.